Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Столько парфюмерных тем собралось, что я сегодня просто вот целый день снимаю. Уже на улице темнеет, а я этот стахановец от камеры не отхожу. Реально столько тем накопилось парфюмерных. Мне еще столько вам нужно показать и свои новые ароматы, и бюджетные ароматы. У меня собралась довольно неплохая подборка. И вообще, в принципе, подборки по нотам. В общем, много-много всего. И сегодня, кстати, я расскажу вам об одном аромате. Помните, я рассказывала, собираю коллекцию Орто Париси, и у меня появился еще один аромат, о котором сегодня тоже также пойдет речь. И мне остался только один, и моя коллекция будет собрана. Моя большая такая великая хотелка собрать аромат Орто Париси будет наконец-таки исполнена. Я даже не знаю, почему это... Ладно, в общем, об этом мы поговорим попозже. Во-первых, хочу сказать, что это видео создано при поддержке интернет-магазина «Рандеву», за что им в очередной раз огромное спасибо, так как есть возможность снимать парфюмерные видео чаще. Я напомню, что у меня теперь появился промокод с интернет-магазина «Рандеву», и он действителен на первую покупку, на вторую, на третью, то есть у него нет ограничения по количеству покупок, и он действует до конца 2023 года. То есть мне выдали такой промокод. Мне кажется, что это, конечно, значительно удобнее, чем промокоды, которые постоянно меняются, которые действительно только на одну покупку. В общем, имейте в виду, что этим промокодом можно теперь пользоваться всегда. Дает скидку на 10%. Эта скидка плюсуется абсолютно со всеми скидками и акциями на сайте, который есть на данный момент, действует на парфюмерию, на косметику, на аромабоксы, на все, на весь ассортимент. То есть, если вы видите на какой-то аромат на сайте скидку, то вот эти 10% к ней приплюсуются. И будет цена. Некоторые ароматы действительно по такой великолепной цене. Я вот отслеживаю такие какие-то спецпредложения и обязательно покупаю, заказываю. Напомню, что на «Рандеву» оригинальная косметика и парфюмерия. Косметика, кстати, есть как максимально бюджетная, там белорусская, так и достаточно дорогая. Так что пользуйтесь промокодом. Я думаю, что в преддверии новогодних праздников он точно не будет лишним. Сейчас начнутся вот эти вот подарки. Вот, кстати, аромабоксы на Новый год кому-то подарить, вот прям милое дело. Особенно любителям, парфманьякам и тем, кто только собирается в свое долгое и увлекательное путешествие в мир ароматов. Промокод и все ссылки на те ароматы, о которых сегодня пойдет речь, будут в инфобоксе, как обычно, под этим видео. Разворачивайте и также продублирую в прикрепленных комментариях. А мы с вами начнем. О чем же сегодняшнее видео? Я тут купила себе 3 новых аромата, решила их при вас 2 распакуем. Один просто свеженький впечатление, потому что ароматы вот буквально вчера мне привезли. Я один вчера на руку брызнула, так походила, думаю, ну хотя бы что-то, потому что аромат сложный, хотя бы что-то вам так вот не при первом тестировании, когда все этот сумбур, вот это все, хоть что-то. 2 аромата я себе купила, мы сегодня распакуем. Это Амуажи. С какого мы начнем? Давайте, наверное, с Sunshine. С ароматом Sunshine я знакома очень хорошо. У меня есть флакон, был флакон. Здесь, наверное, просто остался, я не знаю, даже миллилитр-то остался, не остался. В общем, чуть-чуть. Говорят, что амуажи именно Sunshine очень сильно отличаются в зависимости от года выпуска, от страны производства. У меня был только такой Sunshine. Он пахнет у меня сладющими абрикосами, прям сладкими переслащенными. Кто-то пишет отзывы и рассказывает, что у них амуаж, ну уж не такой прям и сладкий, не такой уж прям и фруктовый. У меня прям сладющий. И я очень надеюсь, что вот этот мой новый флакон будет таким же сладко-абрикосовым, таким, за что я полюбила вот свой вот этот амуажик. Помимо абрикоса, вот этого османтуса в амуаж, я чувствую еще папирус. И именно этим для меня аромат, собственно говоря, и привлекателен. То есть не просто фруктовенько, там что-то сладенько, вот это все. То есть вот этот папирус, такой в Египте, вот если вы были, папирусы продаются там в каждой лавке. Вот пахнет им прям, я его прям четко раз, вот прям вот это вычленяю. Вот, прям. А так он прям очень жизнерадостный, фруктовый, персиково-абрикосовый, сладкий такой. Я им позапрошлое лето настолько активно пользовалась, я прям реально все лето им поливалась, поэтому, в общем-то, тут уже ничего и нету. Итак, ну что, приступим к распаковке. Многие распаковку любят, хотя, знаете, интересно, я тоже за собой наблюдаю, когда смотрю у блогеров распаковки. Аромат знаешь, то есть, например, у меня в моей коллекции какой-то
какой-то аромат есть, но почему-то настолько интересно вот это вот сдирание пленочки, вот это вот, да, ожидание того, что ты сейчас эту коробку ты знаешь, что там, господи, ну там вот такой флакон, и аромат ты знаешь, но все равно настолько интересно вот эта пленочка, сейчас мы ее так ты-дыщ, открываем. Кстати, у меня еще CL, который мы будем сегодня открывать. Они вот такие вот коробки стоячие, в них флаконы стоят. А вот здесь коробки, в которых флаконы лежат. И мне это не очень нравится, потому что хранить удобнее все-таки вот в стоячих коробках. Так, ну что я могу сказать? Во-первых, флаконы немного отличаются по цвету. Надо, кстати, у меня старый флакон, надо посмотреть, какого он года. Потому что вот этот прям совсем свеженький. Я тут смотрела 22-го года выпуска. Прям свежачок. И то у меня оманская версия. По цвету, не отсвечивает же мне? Нет, не отсвечивает. Моя старая чуть ярче по оттенку, чем вот эта. Ну, мне кажется, на камеру видно, да? Мне интересно сравнить, насколько они похожи. Очень хочется мне ярко-абрикосово-сладкой начинки. Ну, вот пока сладко, кстати. Пока сладко. Куда нанести-то мне? Да, я прям вот так вот, да? Так, холостые пшики. Ну, амуаж у меня будет отстоять. Отстаиваться, кстати, вот эти вот новые версии, новые флаконы. Здесь начали писать Sunshine. В старых флаконах такого нет, только название амуаж. Sunshine только вот на... Он отличается. Отличается от моего... Но он все равно сладкий, он все равно абрикосовый. Просто вот здесь прям сладость сахарно-абрикосовая. Вот здесь пока такого нету. Но тут, знаете, надо сказать, что так тоже некорректно аромат сравнивать, когда один флакон стоит 3 года, отстоялся такой, отстоялся-настоялся, а этот только привез курьер, он вот весь вот такой, вот еще на улице уже холодно, и вот это вот все, и мы сравним, безусловно, они не будут одинаковы, ну, в любом случае. Поэтому, когда этот флакон на 3 года постоит, вот тогда-то это и будет адекватно. В нотах Sunshine миндаль, черная смородина, артемизия, османтус, ваниль, магнолия, жасмин, белый табак, папирус, можжевельник и пачули. На мой нос вот этот вот новый мой флакон, он посвежее. И если вот смотрите, кстати, я поняла, в чем разница. Вот этот мой старый флакон, он больше пахнет сладкими ванильными абрикосами. Прям как будто взяли абрикос, сверху щепотку сладкой ванили кондитерской, то есть прям вот съедобной. И вот это вот все сладенько. То вот здесь вот пахнет не абрикосом, а османтусом. Ну, османтус он пахнет абрикосом, но сладость, то есть прям тут фруктовость, а здесь все-таки больше такая фруктовая цветочность. Вот в этом разница. Переслащенности, этой ванильности, вот этой ядреной абрикосовой сладости. Прям когда даже берешь абрикосика, вот так выжимаешь, это тут этот сок такой тягучий, сладкий. Абрикос такой переспел. Вот здесь вот этого нету. Здесь цветочности больше. Я могу сказать, что аромат мне все равно очень приятен. И судя по тому, как я его воспринимаю из флакона, у него есть все шансы настояться. Потому что из флакона... Я его слышу более сладко и более ванильно. Поэтому вот он полгодика постоит. Мне кажется, вот будет приближено. Но разница есть. То есть при параллельном затесте я бы их тестировала. Я бы сказала, что ароматы различаются. Это еще, знаете, к тому, что затрону такую тему буквально 3 секунды. Некоторые девушки... Кто, знаете как, не то, что не слишком парфюмерией увлекается, ну, не парфманьяки, да, скажем так. Вот у них был флакон какой-нибудь, купленный там, я не знаю, 10 лет назад. Мало того, что он 10 лет назад купленный, он еще дома постоял. Постоял, настоялся, стол густой, такой прям стойкий, все. И они покупают, он у них закончился, они вот покупают, ну, допустим, 2022 год на дворе. Они этот аромат покупают, брызгают на запястье и такие, ой, подделка, и начинают интернет-магазин. Просто огромное количество таких отзывов и таких случаев, даже мне рассказывали. И начинают интернет-магазин обвинять, ой, вы мне продали подделку, у меня этот аромат вот есть, он пахнет не так, да он более стойкий, а вот этот, та-та-та-та-та-та-та-та. И вот, и тут два варианта. Ну, во-первых, надо покупать в проверенных интернет-магазинах, однозначно. Вот. А во-вторых, если вы купили в проверенном интернет-магазине, то, скорее всего, тут дело в двух вариантах. Первое. Мы не забываем, что формула ароматов постоянно
меняются, ароматы переформулируют, что-то убавляют, что-то добавляют. И аромат десятилетней давности выпущенный, и сегодня это могут быть действительно отличающиеся ароматы. И второе. У вас 10 лет стоял дома аромат, 10, он отстаивался. Некоторые ароматы даже цвет меняют. Цвет, густоту, плотность, насыщенность. И новый флакон. Там не будет никогда такой густоты, стойкости там, ну, за редким исключением. Бывает аромат, конечно, изначально там какая-то мега стоит. Вот, поэтому тут я хочу сказать, что это, знаете, к тому, что вот если бы человек не знал, что омажи от партии к партии различаются, и у него был бы вот такой омаж, а потом он, ему привезли, и был бы вот такой, да, человек брызнул, и сказал, ну, что-то не то, как-то он не настолько сладкий. Ну, вот мы как раз-таки и поговорили с вами на эту тему, поэтому всегда имейте это в виду. Ну, парфюмерки об этом знают, те, кто коллекционирует парфюмерию, особенности омажи, вот, так что это... Если вам показалось, что это подделка, она не такая стойкая, пусть флакончик постоит. Либо ищите информацию о том, переформулирован аромат за эти годы или нет. В принципе, я Саншайном довольна. Я думаю, что он постоит, будет поплотнее, а так он очень приятный, как бы вот без сюрпризов. Следующий аромат, о котором мы поговорим, это Сиэль. С Сиэлем у меня были отношения от любви до ненависти, а от ненависти до любви. Аромат я знаю уже, наверное, года 4, может быть, даже больше. У меня вот есть такой пробник. Я его покупала, кстати, в рандеву. Покупала какой-то полноразмерный флакон и решила познакомиться с этим ароматом. Тогда с омажем я только-только начала знакомиться. Только-только. Я помню, у меня появился вот этот пробник Сиэль. А я помню, что у меня появился омаж мемуар, женский. Омаж мемуар тогда после того пробника я купила сразу в полном полноразмере. И сейчас у меня есть и английская версия, и оманская версия в дубле, потому что это один из любимых моих омажей. А вот Сель все было сложнее. Он мне понравился изначально. Цветочный, такой очень женственный, красивый, прекраснейший аромат. Прекраснейший аромат женщины, знаете, какой? У меня все время представлялся, такая живет женщина без особых забот в богатом доме, вот у нее все хорошо, но при этом она не дурочка. Ну, то есть, знаете, не просто я тут живу за счет там своего мужа или жениха, и вот у меня вот только где-нибудь вот там что-нибудь, где деньги, нет. То есть тут женщина умная, женщина красивая, женщина с достоинством, женщина при достатке, женщина под опекой. Ну, в общем, короче, вот такое вот, знаете, какая-то вот у меня вот ассоциация в голове. Вот. И это красиво. Это очень красиво, это очень цветочно, очень женственно, потрясающе. А в какой-то момент прошло... Я вот, видите, прям сижу с вами так вот, ля-ля-ля-ля-ля. У меня такое настроение сегодня просто. Прям даже вот, видите, подоблокотила. Сейчас чашку принесу с чаем. Был такой какой-то момент после вот этой вот любви к Сиэль. Он у меня долго лежал. Прошел, наверное, год или полтора. Я решила нанести на свое запястье. Что-то тогда флакон не стала покупать. Господи, это было так ужасно, это было так мыльно, некрасиво и дешево, это было так свербяще. Один и тот же пробник, один и этот, опять-таки возвращаясь к теме, ой, мне там этот, продали подделку, да? Восприятие также очень сильно меняется. То есть через полтора года это был, я его не узнала, я просто его не узнала. Я думаю, может быть, он испортился. Ну, хотя он у меня там хранился в темном кейсе. Что с ним произошло? Непонятно. Почему? Ну, я поняла, что это восприятие мое так просто поменялось. Мыльно, некрасиво. Знаете, как цветочное мыло, но только бывает цветочное мыло вот прям дорого, хорошо, да, вот этот запах чистоты, вот намыленности, надраенности, а тут было плохо, тут было свербяще, тут прям молотком по голове. Ну, естественно, его не стала покупать, хотя я его тестировала спустя полтора года именно с целью купить себе полноразмерный флакон. Ну, я не стала, думаю, да не, ну такое я точно не хочу. Прошел еще год, думаю, пойду еще к Сель подойду. Наношу и слышу ровно то же самое, что я слышала там 3 года назад, когда он мне понравился. То же самое. Никакого мыла дешевого, цветочного, никак, ничего свербящего. Ну и, в общем, короче говоря, Сиэлю быть. Сиэлю быть. Распечатываем. Долгое вступление. Но как уж вышло, да? Иногда у меня есть такое настроение сесть и поговорить. Фру. Открываем. Вот такие я люблю коробки. Так, чтобы они открывались. Так, ну-ка, стой, мой красавчик. Вот, и они у меня так стоят, очень красиво. Здесь флакончик прозрачный.
Ну что же, Сиэль, ну что же, Сиэль. Я сейчас, знаете, что прям у меня тут осталась капелька. Сейчас у нас будет с вами параллельный затест. Это старый, он реально там годов, я даже не знаю каких. Возможно, кстати, это Сиэль еще с немагнитной крышкой был. А это новенький. Давай. Тоже постараюсь чуть-чуть, чтобы не это, не переборщить. Флакон мне их очень нравится. Очень прям. Так. Ой, цветы, 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 цветы. Просто как будто два разных аромата. Вот просто как будто два разных аромата. Причем вот этот мне нравится больше в разы. В разы. А здесь опять какая-то эта мыльность появилась. Какая-то... Знаете, она почему какая-то некрасивая мыльность? Она какая-то мыльность подвальная. Она не чистая мыльность, а как будто мылом подвал натерли. Вот что-то в какую-то старину... Не, он интересный, все, но я просто вот это вот... Мне либо подвал, либо мыло. Все вместе вот какой-то... Это мимо. Мне опять не нравится из пробника. Слушайте, реально мне опять не... Что происходит? А вот здесь прям красота цветочная. А вот здесь прям женственность такая дорогая. Женственность с белым цветом у меня ассоциируется. Женщина в белой одежде... Красивая такая, утонченная, с мудростью с какой-то. Вот у нее такой характер мудрый. Не, она не выскочка, а вот в ней такая женская мудрость. Правильная женская мудрость. Где-то что-то на тормоза спустить, где-то поддакнуть, где-то вот... вот понимаете, да? Очень красиво. Очень мега женственно. Давайте посмотрим, что в нотах. Цикламен гордения, лист фиалки, водяная лилия, жасмин, цвет персика, роза, мускус, сандал, ладан, кедр, амбра. Вообще, на самом деле, по восприятию нот, такие ароматы для меня вот прям слепая зона. Во-первых, потому что я всегда не очень любила белоцветочные ароматы, вот именно такого направления, то есть я ими прониклась не так-то давно. И поэтому я их пока еще для себя изучаю, понимаю, как-то вот, знаете, вот. В нотах вижу жасмин, подносишь, да, действительно очень пахнет жасмином. Причем, знаете, есть такое даже некое ощущение, как жасминовый чай. Чаек, в который много-много жасминчика бахнули, и вот он такой приятный аромат источает. Во, придумала, слушайте, придумала ассоциацию. Лето. Деревянный стол, прям, знаете, такой хороший дерево, не ДСПшка, а вот прям хороший такой монолитный стол. Значит, вокруг вот диванчики мягкие, тоже с деревянными, на деревянной основе, и по бокам от этого стола огромные пушистые кусты жасмина. И вот ты сидишь, значит, пьешь зеленый чаек, с жасминчиком. Хороший, только не вот пакетики, а прям хороший жасминовый чай такой. Рассыпушка такая. Пьешь вот этот ветерочек, и вот на тебя вот этот жасминовый аромат. Кустов. То есть прям вот реально жасминовые кусты. Вот это вот все. Есть и ощущение вот этой вот некой базы древесности. Это то, о чем я сказала, что есть ощущение вот деревянного стола, да, какого-то. Ветерок дует, цветочки жасминчика на него осыпаются и застилают стол. Ну, не прям, конечно, ну, там вот кое-где эти цветочки. И, в принципе, это все, что я могу сказать. Знаете, вот как ты его вдыхаешь, это цветы. Это цветы, это белые цветы с вкраплениями каких-то зеленых листочков, но терпкой зелени, там травы или что-то такое, здесь абсолютно нету. И начинаю читать базовые ноты. Мускус, сандал, ладан, кедр, амбра. Ну, по поводу древесных нот сказала, по поводу сандала, кедра. Ладан, ничего тяжело-церковного, ничего вот прям такого, например... Нету. То есть в этом плане ничего сложного, духовного такого, знаете, вот в понимании, нету. А вот амбра делает аромат таким глубоким. То есть все равно жасмин ассоциируется с весной, с вот та-та-та, весело, тонко, вот это все водно, ну как-то вот это. А тут при том, что есть жасмин, при том, что белые цветы, есть плотность. Она изнутри прям, знаете, такая плотная. Она прям держит этот жасмин своей плотностью, насыщенностью аромата есть. Я думаю, что за счет амбры.
Хотя амбру как таковую, прямо, знаете, там амбровый аромат, я такой не слышу. То есть вот как некая подложка, и опять-таки вот ты смотришь в ноты амбра, да, наверное, она делает вот это вот. Вот эту плотность придает. Но так, чтобы вот прям вот амбра или там, знаете, вот ладан, что-то из серии сидишь, ты, значит, вот этот чаек попиваешь, у тебя жасминчик, а вдалеке, вдалеке церквушка, и вдалеке, вдалеке где-то ладаном пахнет. Вот этой церквушки рядом нет. И ладана тоже рядом нет. Вот, это все поддерживает все-таки белые цветочки, жасминчик, и это очень приятно. Это очень приятно, это очень многим понравится. Особенно понравится, у кого характер такой... Женщина, потому что вот у меня, знаете, характер такой вот больше мужской, то есть больше напористый, больше вот прямолинейности, то есть вот такой вот, вот, скажем так, вот этой вот женской мудрости, трепетности, какой-то вот женщина-женщина, такая вот хранительница домашнего очага, вот это вот все во мне это отсутствует, у меня такой характерец такой вот, поэтому... Может быть, с моим внутренним ощущением себя этот аромат не совсем сочетается, но отметить его красоту, богатство, звучание я, безусловно, не могу. Более того, я его периодически буду носить, купила себе в коллекцию, не просто так, но в конце концов там шла, да, 4 года к нему, потому что иногда и такое настроение тоже бывает. Красивый аромат, многим понравится, прям многим понравится. При том, что я к жасмину очень аккуратно и очень осторожно отношусь, он не всегда мне нравится. Он не всегда, особенно когда он, знаете, бывает такой с животин, ну как индолит, да, такой вот, как попроще сказать, животинка отдает такими, вот знаете, нечистотками. Здесь нет такой, здесь очень чистый жасмин, здесь он очень такой, вкус жасмина. Жасмин. Дальше, о чем мы с вами поговорим. Следующий аромат, который я себе приобрела в коллекцию, это как раз то, о чем мы с вами изначально разговаривали, про мою коллекцию Орто Париси. Мне осталось только Баканеру купить. Этот аромат у меня в Атлеванте есть, 5 мл, поэтому я его очень хорошо знаю. Там тоже отношения были с ним изначально очень сложные. Пару-тройку лет назад мы с моей подругой про него снимали, про этот Атлевант Баканеры видео, и ржали просто как два коня над тем, что он пахнет какашками. Ну, серьезно. Вот. Ну, в общем, короче, не буду повторять. Если хотите, пересмотрите то видео. Удивлением было, что я его очень долго разнашивала. Я хотела услышать там что-то другое. И у меня получилось. Буквально несколько месяцев назад, в очередной раз нанеся на себя Баканера, я поняла, что никаких какашек там. Ну, просто в помине нету. Просто в помине нет. Позвонила Ирке, подружке своей, говорю: Ир, что-то Баканер-то офигенный аромат, такой прям он. Она говорит: слушай, я тебе хотела сказать то же самое. Она просто приходила ко мне, тоже наносила и домой пошла. Она говорит: я хотела тебе сказать то же самое. Какие, говорит, мы с тобой там 3 года назад какашки услышали. Я, говорит, просто, говорит, не понимаю. Говорит, ну фантастика просто. Это просто чем больше ты... знакомишься с ароматами, особенно с нишевыми, у тебя уже мозг совсем по-другому. Ты уже перестаешь вот это какашками, вот это не какашками, а вот это вот там туалетом, а вот это немытостью. Ты вообще по-другому воспринимаешь ароматы. В общем, осталась мне Баканера, и я жду ее покупки, потому что Баканера что-то меня в последнее время с ума свела. Прям какой-то, я не знаю, наркотик. Наркотик для меня. Так, ногу на ногу поставлю, что-то нога у меня затекла. В этот раз я купила стеркус. Почему? Потому что если вопрос встает о том, купить ли мне знакомый аромат по пробнику или незнакомый без тестирования, как типа киндер-сюрприз, да, я всегда выберу киндер-сюрприз, всегда выберу аромат, с которым я не знакома, и со стеркусом я была не знакома. Ноты у аромата не заявлены, поэтому на свой, как говорится, этот, куда брызнуть-то? По своим ощущениям, в общем. Так как у меня ароматы Орто практически все есть, могу ориентироваться на них, потому что этот аромат похож, он абсолютно в стиле бренда Орто Париси, абсолютно вообще, вот прям абсолютно. И он мне напоминает, значит, два аромата. Аромат Тирони от Орто Париси, как будто взяли его, и налили туда в равных пропорциях аромат Баканера, это тот, о котором мы 3 года назад говорили, что он какашками пахнет. И все это перемешали, и получился стеркус. Шоколад в нотах 100% есть, потому что пахнет горьким,
шоколадом. Это та нота, которая в ароматах очень часто пахнет какашками. Очень часто пахнет какашками. То есть сам по себе горький шоколад не пахнет, но в парфюмерии он очень часто это напоминает, вот эти вот, знаете, нечистоты. Сейчас у меня уже нет такой ассоциации, я просто говорю о том, что ароматы Орто Париси вообще, в принципе, они, во-первых, не для всех, во-вторых, в них достаточно специфических нот для того, чтобы быть немного шокированными от этих ароматов, если до этого вы не так хорошо знали нишевые ароматы, какие-то такие прям вот со специфическим, да, чем-то. Вот, поэтому знакомство с ними может быть, как у меня, знаете, Баканера 3 года разнашивалась. Огромное количество древесных нот, может, ут, наверное, какой-нибудь, мускус, потому что тоже есть, вот, знаете, есть какая-то такая телесная, ну, что-то телесное такое, то есть что-то телесное, органическое, вот я так скажу, да, органическое. Вот эта шоколадность, уже не буду называть это какашками, хотя имейте в виду, что оно может вам так пахнуть. Здесь какая-то смольность, такая же, как в Тироне. Вот именно смольность, то есть вот эта тягучая смольность. Аромат очень плотный, плотный, всезаполняющий, всеобъемлющий такой. Перебьет большинство ароматов, особенно каких-нибудь свежачков, то есть свежачков уже будет не слышно после этого аромата. На старте он не настолько сладкий, как потом. То есть, знаете, как на старте какой-то больше вот пачули. Вот, ну, вот такой, понимаете, какой-то шоколадно-землистый аромат. Шоколадно-землистый аромат. И потом, спустя, быстро, кстати, он доходит до момента, когда эта вся землистость и шоколадность. Вот странное дело, да, шоколад, он же сладкий, то есть даже горький шоколад, он все равно имеет такую сладость. Вот она тут присутствует, но из-за обилия вот каких-то пачулей в нотах, это не слышится слишком переслащено. Но вот потом аромат становится более сладким. То есть, может, здесь ваниль какая-то есть, или, может быть, эти смолы, или древесина типа сандала, она начинает, как сказать, входит в пирамиду достаточно быстро, появляется, вернее, да, и свое дело делает, свое дело знает. В целом шоколадно-древесно, удово-пачульно. Глубоко, дорого, не для всех, надо знакомиться. Знакомиться, разнашивать, даже если вы не знакомы с более сложными ароматами, и дадите шанс ему разнашивать микродозами, не как я сейчас, потому что я-то уже просто знаю, что это, микродозами, куда-то подальше от лица, запястья, что-то там, вот, чтобы ветерок доносил этот аромат. Притом, если вы не знакомы. Вот. А если знакомы и понимаете, о чем я говорю, то мне кажется, что стеркус может быть очень достойным пополнением и вашей коллекции тоже. Единственное, я хочу сказать, что как бы это у меня такой бзик в плане собрать Орто Париси. Если бы я была просто человеком, блогером и не коллекционером, скорее всего, всю коллекцию Орто Париси я бы не собирала, зная, как они пахнут. Потому что очень много перекликающихся ароматов, перекликающихся, взятых за основу как один, добавлено что-то другое из другого. То есть, вот понимаете, да, такое вот. Вот, поэтому, скорее всего, пару-тройку бы выбрала и носила бы их с огромным удовольствием, но у меня просто вот такой вот бзик собрат, все абсолютно. Я сейчас их все соберу. Я буду и дальше их носить, я их ношу, у меня есть парочка прям моих любименьких, буду и дальше их носить, и мне очень хочется познакомиться с историей бренда, как создалось, как создавалось, что да как да почему, потому что ароматов не так уж и много, сколько у них, раз, два, три, короче, немного, до 10, и хочется подробнее узнать о каждом, чтобы вот было представление более глубокое, более глубинное об этом бренде. И обязательно сниму, соответственно, отдельный обзор с обзором всех Орто Париси, которые есть на данный момент. Огромное вам спасибо. Я прекрасно осознаю, что сегодня о 3 ароматах я рассказывала достаточно долго. Такое настроение просто поболтать. Такое поболтать на расслабончике. Оно реализовано.
То есть я прям выдохнула, все сказала, все, что хотела, выдохнула. Огромное спасибо за ваше внимание. И хорошего вам дня или ночи. Очень надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. На сегодня все. Пока.